Добрейшего вам денечка, готовьте чаечек, Роман и Игроман у аппарата. И сегодня у нас с вами на обзоре будет игра под названием «Симулятор врача скорой помощи». Итак, есть у нас уже какое-то предупреждение. Ну что ж, давайте мы с вами его сейчас как раз таки почитаем. Так, внимание, эта игра – моя попытка создать реалистичный медицинский симулятор, в котором игроки в научно-популярной форме будут объяснены устройство организма, заболевания, алгоритмы скорой помощи. Симуляция организма здесь максимально приближена к реальности. Алгоритмы оказания помощи составлены на основе реальных алгоритмов скорой помощи. Я обращался за консультацией к врачам. В работе мне помогали врачи скорой помощи. Удалась мне игра или нет? Решать вам. Помните, игра может содержать ошибки и неточности. Спасибо. Не является учебным пособием. Ух ты, а тут довольно-таки все серьезно, слушайте. А сам разработчик типа по специальности врач, ему реально настоящие опытные врачи помогали. Что-то даже не верится, не ожидал. Я думал, это просто симулятор по фану, а тут вот такое вот. Ну давайте с вами посмотрим, что это за игра. Я наткнулся на нее случайно в Play Market. Вообще не играл, скачал буквально минуты 4 назад. И давайте уже с вами приступим. Итак, у нас есть с вами такая менюшка. Есть какое-то облачное сохранение, почти что слева, в верхнем углу экрана. Оценить игру ВКонтакте, Facebook. Угу. Дальше внизу в правом нижнем углу экрана написано версия 1.0. Обновление, кажется, даже не выходило. Да я не знаю, когда именно игра вышла. Короче, вы увидите на экране, когда эта игра вышла, сколько вышло обновлений и выходили они вообще. Итак, написано у нас Reanimation Ins. Немножко стремноватая картинка у нас с вами. Итак, есть начать, язык. Сколько здесь языков? То даже украинский есть. Прикольно. Ну ладно, поставлю русский, потому что здесь много русских меня смотрит. Мои проекты. Ага, разработчик еще такие игры вот сделал. Увлекается, наверное, и радиацией, как бы, ну, тоже с чем-то радиоактивно опасным там. И медицина увлекается. Информация. Это все, кто ему помогали, да? Какие-то кредиты, не знаю, что за кредиты, но кредиты я не брал. Так, давайте уже нажмем «Начать». Вообще не знаю, что мне здесь будет делать, что мне делать здесь, как я буду лечить пациентов. Может, мне это нужно будет быстро делать, меня все будут подгонять, потому что у меня будет реально жизнь человека, как бы, в моих руках. Музычка, в принципе, на удивление спокойная. Добро пожаловать в ангар. Прежде чем ты сможешь поехать на твой первый вызов, изучи теорию, нажав на курс 0 и пройди экзамен. Постепенно ты дойдешь до 5 курса, где тебе будет доступно более 20 заболеваний, 17 лекарств, множество действий и исследований. Удачи! Ок, давайте с вами пройдем курс, потому что здесь спешить нельзя. А то человека угробишь. Какой котик? Дорогой игрок, курс 0, который ты изучаешь, самый большой, но самый важный и базовый. Пожалуйста, изучи его внимательно. Да хорошо. Курс 0. Самые главные органы нашего организма – мозг, легкие и сердце. Мозг контролирует многие процессы в организме и, по сути, содержит нашу личность. Сохранить мозг неповрежденным – наша главная задача. Сердце перекачивает кровь по организму, а с ней – кислород и прочие вещества. В легких кровь, перекачиваемая сердцем, насыщается кислородом и отдает углекислый газ. Не слишком запутано, но попробую разобраться. Видим на своей левой картинке круговороты сердца, легких и мозга. Интересно, сколько нам с вами нужно читать? Головной мозг – это орган крайне уязвим. Без кислорода необратимое повреждение в нем наступает уже через 5-7 минут. Мозг отвечает за многие функции. Для нас важно знать дыхательный центр, который находится в мозге и отдает команды на совершение вдоха и выдоха. Отключается вскоре после того, как мозг начинает испытывать недостаток кислорода. Поэтому необходимо следить за дыханием пациента и при его отсутствии производить искусственную вентиляцию легких. Господи, как я волнуюсь. Да, кстати, это искусственную вентиляцию легких тоже нужно проводить, и когда у человека уже тяжелая форма COVID-19. В легких происходит газообмен через тонкие стенки альвеол капилляров. Вот слово альвеол впервые слышу.
альвеолы капилляров кислород попадает в кровь, а углекислый газ из крови попадает в легкие и выдыхается. На этот процесс оказывают влияние многие вещи. Концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе. В атмосферном воздухе 21% кислорода. Проходимость дыхательных путей, заболевания легких, артериальное давление. Но об этом позже. Подробнее легкие мы изучим позднее. Смотрите, не забудьте мне об этом сказать, я все-таки человека буду лечить. Сердце состоит из перикарда, сердечной сумки, миокарда, самого сердца, которое сокращается, двух предсердий, двух желудочков. Так, короче, бла-бла-бла, даже с неработающими предсердиями человек может жить. Это отлично. Остановимся подробнее на проводящей системе сердца. Знаете, все то, что сейчас считаю, я забываю буквально через 15 секунд. Поэтому давайте вам уже... Тут даже назад можно вернуться, как серьезно. Поэтому давайте мы с вами все это читать не будем. В принципе, я играю по фану. Ого, какая анимация. И, как бы, в принципе, мы же не несем вреда человеку из реальной жизни. Игры же до этого не дошли. Это же игра не как кукла Вуду. Надеюсь. Давайте еще все-таки прочитаем это, наверное, последнее. Хотя не последнее. Представляете, мне все это нужно было читать. Знаете, как это долго? Такое ощущение, будто я сейчас в универе, я прохожу эти курсы, и мне просто так же не подпустят лечить человека в скорой помощи. О, сколько здесь всего. Да, даже этот котик в правом верхнем углу экрана меня немножко напрягает. Ну, как, каким-то взволнованным кажется, как тот мем, помню, где дед, у деда красные глаза, он так смотрит на нас подозрительно. Назад, ага, так. Понятно, это наша скорая помощь. Я вообще-то ожидал, что здесь будет газелька. Газель скорой помощи там. Ну, интересно, можно ли здесь менять машинки скорой помощи или нет? И прокачивать, чтобы типа быстрее ехали, мягче подвеска, все дела. Я разработчик, думаю, вообще не очень шарит в автомобилях. Эта игра больше склонна, нахилена к медицине. Так, есть какая-то туалетная бумага. А, это бинт. Первый уровень, второй уровень, третий уровень. А, это же нужно покупать, а у меня на балансе только $5. Выносливость при непрямом массаже сердца, скорость выполнения операции, введение лекарств, действий, исследований. Я вообще не понимаю, что происходит в этой игре. А, в рублях даже здесь реклама. Ни в гривнах, ни в долларах. Понятно, в рублях. А, да, здесь можно, оказывается, донатить. Спасено 0, умерло 0. Ну, хотя бы пусть спасено 0, но зато никто не умер. Кровь, тоже куча уровней. Я сначала подумал, что это салями. Какие колбаски. Дальше шприцы, лекарств. Сколько лекарств? Эх, когда-то, может, в этой игре будет вакцина от COVID-19. Уголь, о... Стоп, что доступно на следующих курсах? Сколько же курсов нужно проходить мне? Это просто жесть. Понятно, это закрытие МГУ нужно только вот так вот. Понятно. Хорошо. Так, что у нас тоже книжечка какая? А-а-а. Выруби, мы куда и никуда еще не выезжаем. Пожалуйста, пройдите экзамены, чтобы получить возможность открыть новый курс. Какой экзамен? Как? Ну, где, что здесь нажимать? Крестик? Если нажму крестик, я, по-твоему, прошел экзамен? А, экзамен в правом нижнем углу экрана. Надеюсь, ты подготовился. Конечно, подготовился. На каждом экзамене тебе ждет до 5 вопросов. Правильный вариант ответа только один. Ну, я думаю, меня здесь, может, в этой игре даже не подпустят лечить больных. Одно из действий адреналина. Сужает сосуды, повышает давление. Расширяет сосуды, понижает давление. Слишком сложно, пойду поиграю во что-нибудь другое. Я бы с удовольствием выбрал третье, но, может, вдруг угадаю. Давайте, наверное, первое. Ну, игра с юмором. Это уже разряжает обстановку, меня радует. Не знаю, правильно я ответил или нет. Что такое SPO2? Я знаю только, что такое H2O. Это было название разработчика этой игры.
чем плохо давление 40 на 20. В принципе, я все это мог загуглить, но мне лень. Поэтому поотвечаю, в принципе, меня и так с универа не выгонят, и с этой игры тоже. Могу ее удалить, когда захочу, тесты проходить, когда захочу, и все это бесплатно. Надеюсь, не нужно будет донатить, чтобы потом я повторно прошел курс. Вопрос с подвохом. 40 и 20 – это нормальное давление. Четное число – плохая примета. При таком давлении снижая перфузию, органы не получают кислород из крови. Честное слово – плохая примета. Ага, конечно. Думаю, первое. Что? Комплекс QRC – это ЭКГ. Сокращение желудочков пусть будет. ЭКГ мы... Давайте, короче, с вами только первое. Увы, где-то ошибка. Возможно, стоит еще раз изучить курс. Увы, где-то ошибка. Это то есть у меня только одна ошибка. То есть не все так плохо. Так, игра хорошенько оптимизирована. Правда, нельзя выбрать настройки графики. Хотя графика здесь и так гениально проработана. И не лагает, круто оптимизировано. Как двери скорой помощи открыть не могу. У нас тут вообще по бокам огромная дырка здесь. Кто-нибудь залатайте ее. Мы же не будем так пациента вести. Не знаю, что за марка данного грузовика. Передок немножко будто Фиат напоминает. Но это, думаю, далеко не Фиат. Нажимаем на котика, ничего не происходит. Стоп, мы за котика играем. Котик врач, что? Опять-то, блин. А что значит 1-3-3-2-2? Please don't use answers, use your brain. Brain – это мозги, answers – это вопросы, что-то у меня не так с вопросами. Видите, я даже так просто не мог поиграть по фану, вы понимаете? Не, ну я, знаете, что, наверное, уже играть не буду, потому что реально, немножко мне обидно, что я... Это же всего лишь игра, почему я не могу реально уже попробовать полечить людей, думал, все так хорошо у меня получится. Реально, ну, не прошел я тест. Можно, пусть те люди, которые хотят пройти тесты, пусть проходят. Если у них не выходит, то реально, ну, пусть они хотят и пройти этот тест, и пусть проходят. Но если у меня человека, который по фану скачал эту игру, чтобы записать по ней видос, не выходит пройти тесты, почему я не могу просто по фану полечить человека? Ну, умрет, да фиг с ним, это же игра. Ну, и этой игре я готов поставить хотя бы 4 звезды. А так, с вами я уже прощаюсь. Надеюсь, в этой игре нет багов, и реально можно пройти тесты, но я их, конечно же, не пройду. А купить, окажись, здесь не могу, нет? Полное прохождение тестов. Если бы дать, блин, взятку. Короче, я с вами уже прощаюсь тогда. Какое-то темное помещение, стремновато. Ну, это что, автомобиль? Опа, здесь можно выбирать автомобили. Круто! Какой-то старый ретро. Ну что ж. Интересно, мне если буду ездить на этом автомобиле по городу, если бы, например, дал эти экзамены, ну, вообще, если бы мне пришлось лечить человека, я бы его по пути лечил, пока эта машина едет, я его, наверное, в движении лечил бы, да? Ну, короче, спасибо, что досмотрел этот видос, тебе огромный респектос. Кстати, свою оценочку этой игре ты можешь написать в комментарии, по желанию, конечно же, написать, играли ли ты вообще в эту игру, какие эмоции она у тебя вызвала и вызвала ли вообще. И я с тобой прощаюсь и говорю тебе огромный до свидос.